Нельзя оставлять детей без присмотра. Это простая мысль, которой порой пренебрегают родители. Гаражный кооператив на пересечении улиц Бирюзовой и Интернациональной. 26 сентября здесь произошло дорожно-транспортное происшествие. 58-летний житель областного центра, управляя автомобилем Audi, двигаясь в сторону выезда из гаражного кооператива, совершил наезд на переходившего проезд между гаражами 5-летнего мальчика, который находился вместе с бабушкой. В гаражном кооперативе нет такого оживленного движения, как на дороге. На земле можно увидеть следы недавнего происшествия. Это тормозной путь автомобиля. А вот здесь, на дорожной пыли, подскользнулся мальчик. В результате происшествия пострадавший в больнице. На помощь маленьким участникам дорожного движения должны приходить взрослые. В первую очередь родители. Именно они должны беречь своих детей. Малышам, которые являются пешеходами, необходимо приобрести светоотражатели. Еще раз объяснить правила перехода проезжей части. И нельзя оставлять детей без присмотра. Особенно вблизи проезжей части. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».